Вот и вспомнил, ребята, я один из своих дней, как я питался до диеты. На завтрак у меня обычно было два сэндвича на гриле, смазывал это все творожным сыром, добавлял два ломтика ветчины и сверху по яйцу, то есть два яйца. Запивал все это обязательно капучино и на десерт 200-300 грамм пряников. Если пряников не было, то съедал одну шоколадку 100-граммовую. Итого у нас по жирам на завтрак 60 грамм, углеводов 206 грамм и белков 48 грамм. Общая калорийность 1550 калорий. Идем дальше, ребят. На обед у меня были обычные отварные макароны, порядка 400 грамм. Их любил с тертым сыром от 75 до 100 грамм. Добавлял обязательно курочку запеченную. Обязательно ел ее с кожей. Ну, кожа самая вкусная, ребят, как вы, конечно. И запивал это все капучино 330 миллилитров. И доедал остатки пряников, либо открывал новую шоколадку 100-граммовую. Ну и кетчупа немножко. Итого у нас общая калорийность обеда составляла 86 грамм по жирам, углеводов 175 грамм, белков 142 грамма. Общая калорийность 2076 калорий. Ну такой диетический тоже обед. Иногда бывало и похлеще. Пельмешки добавлял грамм 500-600. Это только пельмени. Так, и теперь у нас ужин. Ужин всего там из трех компонентов. Отварные макароны 400 грамм. Доедал остатки курочки запеченной. Ну, 300 грамм это минимум. На самом деле больше было. И вишенка на торте, фисташки на ночь. Мы с женой обязательно перед сном, перед телевизором съедали по 200-300 грамм фисташечек. Итого у нас на ужин было по жирам 132 грамма, углеводов 136 грамм и белков 137 грамм. Общая калорийность ужина 2235 калорий. Так, ребят, и сколько у нас выходит за весь день по калоражу? Сейчас посмотрим. Па-пам! Итого за день я съедал 5856 калорий. Ну, округлим до 6000 калорий. 6000 калорий помогали мне набрать за полгода, помогли набрать порядка 20 килограмм. То есть я с веса 85 прыгнул до 107. То есть вообще в легкую. Вот так вот, ребят.